батальоне «Ермак» сегодня, 14 октября, прошла торжественная присяга Новороссии. Так получилось, что присяга прошла под обстрелом. Как всегда, войска украинской хунты, нарушая перемирие, продолжают обстрелы жилых поселков и мирных людей. Но присяга состоялась, несмотря ни на что. Мы можем только поздравить вновь прибывших бойцов с принятием присяги народа Новороссии. По старой русской традиции церемония началась с молебна. Выполняя свой воинский долг, каждый мужчина страницу за страницей пишет биографию своей судьбы, своей жизни, держит испытания достоинства и верности. Я, воин вооруженных сил Новороссии, принимаю военную присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную тайну, беспрекословно выполнять законы, воинские уставы и приказы командиров и начальников. Я клянусь, что буду служить честно, по совести, свято дорожить высоким званием военнослужащего, которое отдано моим народам. Я клянусь защищать свободу Новороссии и всей русской земли всеми силами, мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и собой жизни, для достижения полной победы над врагами. И если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть постигнет суровая кара наших законов, всеобщая ненависть и презрение трудящихся и моих боевых товарищей по оружию. Вольно! Присяга. Есть присяга. И как говорил генерал Кутепов, только смерть может избавить нас от служения Родине. Родина для нас – это Великая Россия. И как бы их кто ни называл в разные времена, Российская империя, Советский Союз, СНГ – все это Великая Россия. И сегодня мы приняли присягу с вами на верность этой Великой России. Продолжаем служить своей Родине честью, совестью, казачьи наши. И будем до конца ей служить. И сейчас этот, скажем, присяга еще раз подтверждает то, что начинали мы с чего? За великую нашу, большую Россию. Люба, казаки, всех приятно. Спасибо вам, что приняли все присягу. Утвердить решение наградной комиссии 13-10 о награждении военнослужащих бригады за медалью «За оборону Славянска», принимавших участие в героической обороне Славянска. Итак, значит, что у нас сейчас? Заканчиваем наши все эти движения. Всех благодарю. Всем спасибо, что я с вами дружу. И рад этому знакомству, что судьба дала мне настоящих людей увидеть, с кем рядом быть.
Все, сейчас идет обстрел. Значит так, по распорядку, кто должен явиться на посты, являемся на посты. А кто должен расположение явиться, являемся расположение. Остальные работают по распорядку.